Здравствуйте, меня зовут Татьяна Соснова, и я работаю бизнес-тренером и коучем в компании Avara Edhouse. Если вас заинтересовал этот тренинг, то, скорее всего, вас недавно повысили. Почему? Потому что вы являетесь экспертом в какой-то определенной области. Более того, у вас это действительно хорошо получается, гораздо лучше, чем у других. Но могу предположить, что как только вы приступили к своей новой роли, скорее всего, с первого дня вы начали сталкиваться с теми проблемами и вопросами, с которыми вы просто до этого никогда не сталкивались. У вас может быть абсолютно новая команда. Вашими подчиненными могут стать ваши бывшие коллеги. У вас может быть абсолютно другой круг обязанностей в дополнение к тому, в чем вы хороши. И тогда, естественно, скорее всего, вы начинаете задавать себе вопрос: а насколько я хорошо справлюсь со своей новой ролью? А что от меня ожидают? А как мне с этим справиться? А как мне получить максимальный эффект от той команды, которая у меня есть? Секрет на самом деле в том, что любое лидерство или руководство, или управление предполагает определенный набор умений и навыков. И это всегда очень интересует работодателей. Почему? Потому что вам предстоит прежде всего работать с людьми, причем как? Чтобы их замотивировать, чтобы они с энтузиазмом выполняли работу и чтобы у вас было доверие взаимное. С лидерством мы сталкиваемся везде, практически во всех сторонах нашей жизни. Это может быть и профессиональная сфера, и социальная сфера, и даже семья. Там мы тоже выполняем всегда определенную лидерскую роль. И по большому счету идеальные лидеры, они становятся именно такими, потому что им доверяют, в них верят. Сейчас то, что у вас есть, без сомнения, это ваша должность. И люди просто должны идти за вами. Но, как мы часто замечаем, людям не очень нравится идти за тем, за кем они должны идти. И именно поэтому можно научиться, безусловно, каким-то умением и навыком теоретически можно и даже знать. Но применять их на практике может потребовать абсолютно другой круг умений, навыков и подходов к решению вопросов. Если это так, если вы задаетесь такими вопросами, то этот тренинг для вас. Я надеюсь, что мой профессиональный опыт, который начался с ассистента в машиностроительной компании и закончился моей ролью в качестве генерального директора российского филиала, а также 7 лет работы HR-консультантом, ну и плюс мое образование в сфере бизнес-образования, Executive MBA, консультирование и коучинг для изменений, сможет помочь вам достичь еще больших успехов в вашей дальнейшей карьере. Спасибо и добро пожаловать!